Среди жителей города Видное давно шли разговоры о предстоящем открытии теннисной площадки. Время шло, но ничего так и не появлялось. И вот менее чем год назад, наконец, завершилось строительство многофункционального семейного комплекса, включающего в себя большой теннисный корт. В минувшую субботу центр распахнул свои двери для первых участников соревнований по бадминтону. Папа, мама, я – спортивная семья. В стартах приняли участие дети младшего школьного возраста и их родители. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Веселые и забавные старты «Папа, мама, я, спортивная семья» – это возможность родителям сплотиться со своими чадами в общем интересе, привить детям любовь к спорту и просто хорошо используя провести время. Наверное, поэтому эти соревнования стали так популярны. На этот раз борьба за звание самой спортивной семьи шла в ходе игры в бадминтон. В стенах нового спортивного комплекса Family Wellness на теннисной площадке собрались учащиеся вторых, третьих и четвертых классов седьмой школы города Видное и гимназии. Очень организованные есть родители в седьмой школе, которые занимаются плаванием и спортом. И вот сегодня они захотели не спать, а прийти и утром, значит, отыграть бадминтон. Бадминтон является одной из наиболее популярных игр в мире. Это вид спорта, которым можно заниматься без специальной подготовки. А теперь, когда в городе есть полноценный теннисный корт, организаторами соревнований «Папа, мама, я, спортивная семья» было принято решение провести старты именно здесь. Эти соревнования стали первыми из 8 предстоящих, в которых примут участие все школы Видного. Для второклассника Данилы и его мамы приглашение на бадминтон – это возможность опробовать что-то новое. Ведь в их семье тема здорового образа жизни особенно актуальна. Я тоже всю жизнь занималась спортом, очень многими видами, поэтому у него тоже как-то само желание появилось, и как бы сам стремился к этому, не отказывался, когда предлагали. Взять большую дружную команду и участвовать в большом спорте. В преддверии Олимпийских игр в Сочи, которые с нетерпением ждет вся страна, администрация Ленинского района также активно реализует программу здорового образа жизни среди молодежи. Тому пример – регулярные массовые спортивные мероприятия. Здоровый образ жизни, здоровые мысли, здоровое тело – все говорит о том, что думаем и поступаем мы правильно. Так и будем действовать. Идея открытия большой теннисной площадки у директора бассейна «Дельфин» возникла давно. Для полноценной ее реализации понадобилось 7 лет, из них 4 года непосредственного строительства. В нынешней экономической обстановке нелегко найти инвестора, но для воплощения такого благого проекта, как спортивное учреждение, все же нашелся человек, который пошел еще дальше и воплотил идею Гульнары Романадзе в спортивный семейный клуб. Сейчас Family Wellness – это 4000 площадей, где созданы условия для поддержания всей семьи в здоровом теле. Такого монстра нет нигде, чтобы работал частный клуб, муниципальное автономное учреждение и общая образовательная школа вместе. Безвозмездно. Вот таким образом в Ленинском районе появилось еще одно учреждение, где дети могут заниматься спортом и повышать свой уровень здоровья. И что самое главное, большинство этих классов они могут посещать совершенно бесплатно. У нас много детских бесплатных секций. По выходным вот проводим праздники «Папа, мама, я» вместе «Дружная семья» совместно с бассейном, с управлением образования. Полтора месяца каждую субботу на теннисной площадке Family Wellness будут проходить старты «Папа, мама, я, спортивная семья», после чего все победители каждого дня соревнований сразятся в итоговом финале, где будет определена самая спортивная семья города. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.